Привет, друзья! Привет, мои хорошие! Мы сегодня идем на рынок. Сами хотим пойти посмотреть что-то, как давно не были. Ну и вам заодно поснимать. Вот. Чего лететь вообще? Вышли с утра пораньше. Максиму говорю, давай пойдем, говорю, вместе. Но только тогда, часов 8 утра, пока нет палящего солнца, чтобы я могла, ну, с тобой пойти. Вот. Мама у нас сорвалась, но мы решили, я говорю, идем. Давно не ходила, уже прям хочется. Ну вот. И для тех, да, вот кто пишет, кто туго соображает, что зять мог бы отвезти, зять все может, больше, чем вы думаете. Просто что мама моя никуда не ходит, кроме как там рынок, на улицу. Ей это по кайфу прогуляться. Она вот точно так же выходит утром, сейчас комфортно, сейчас не жарко. Вот. И для нее это своего рода, что-то отключился телефон. Вот. И для нее это своего рода зарядка. Она себе идет, она не тащит себе в руках. Она идет с собой с тележкой сам. И... Вот. Вот он, бабулечка, он идет, смотрите. И не ноет о том, что ей тяжело или еще что-то. Привыкли вечно, блядь, детей, внуков нагружать. Вот. Так, все, выключай свою балалайку, давай еще. Нет, так я же с тобой, чисто как оператор. Я жінка, а не посудомійка. Смотри, какой лук огромный, красивый. 69 центов. Можно взять немножечко такого крупного, немножко мелкого. Картошка евро 10, но она вообще доброго слова не стоит. Он не мягкий, Зевин? Ну, хорошо. Я не могу. Уже лимоны какие страшные, да, по 70 центов. Я б их даром не хотела. Так, что тут? Бананы, евро 30, вообще с ума сошли. Они по евро в магазине. Персики 2,50. Мандарины по еврику, ой, апельсины, помидорчики. Таня, так до утра будем ходить, давай пробежимся, потом будешь снимать. Сейчас уже... Так, груши, яблоки, перцы. Огурцы, помидоры, картошка. Нектарин. Пару перцев.
Авокадо, слива евро 80. Черри 3. Что-то такие цены какие-то неадекватные. В чем вообще перец? Евро с чем-то мама у себя брала. Какой-то подгулявший. Чесночок берем тоже. Корешочки. Да, только много не набирай, лучше будет. Там, когда лежит холодильник, потом такой пустой делается. Белый лук. Брокколи. Инжира сейчас полно. Арбузики. Помидоры евро. Лимоны такие страшнючие. Ты лимоны будешь брать или нет? Да нет, такие я не хочу. Не, ну не такие вот. Или в магазине. Что я, если вижу красиво, я возьму парочку. Просто они насколько лежали, я все перекрасил. Так это еще те, что мы в саду нарвали. Я не думаю, что никто из вас их не видит. Мы ж мохито не делали. Картошка уже евро 25. Кто? Картошка? Сегодня как-то вообще все дорого, евро 30. Сегодня как-то вообще дороговато. Да нет, потому что еще с утра туда дальше будет. Ну и за туристов, конечно, тоже. Так, возьмем помидорчики. Евро 25. Бы еще бы не стеклянные не были. Бывает так все. Ну-ка не набираю, лучше в двух местах возьму. Немножко таких, чтобы не опростоволоситься. Морковочка какая красивенькая. 95 центов. Я что-то нектарина, да, не вижу красивого вообще. Ну, у нас есть еще полголовки. А вот тут зайди. Нектарин. Это уже выберешь огурчики, потом будешь снимать. А вот это и все делать.
Огурцы по 3 евро вообще. Просто с ума сойти, друзья. Я уже по 100 лет не брала по такой цене. Жара. Чтоб не было таких круглых попок. Ну, не знаю, я понабирал уже. Там будет уже килограмм или нет? Не знаю. Может и будет. Ну, сейчас много уходит огурцов. Так ешь салаты часто. Все? Возьмем картошку, евро 10. Там такая крупненькая. Да. Фух. Солнышко уже встает, уже начинает жарко. Возьми еще, знаешь, что за юнь? Несколько вот таких вот, ну, на мундиры вдруг это. Красавицу тебе еще выложили. Заехали в марокканский магазин. Вот. Мы тут покупаем говядину. Вот она здесь самая классная. Вот. Я взяла говяжью печень. Грация. А, ну-ка, подожди. А где у нас ленгва тернера? Ленгва тернера, мас тарде. Грета. В общем, взяли мяско. Все, я думала, еще язычок. Ну, язычка нет. Ну, ладно, нет, так нет. Все. Теперь мы с овощами и с мясом. Что теперь я могу смело приготовить азу. Вот. Райончик, конечно, такой. Стоит желать лучшего. Фух. Так, сейчас идем пить кофе где-то. Максиму Владимировичу, потому что утром ничего не елось, не пилось. Я прикупила водичку. Ух. Все, друзья, погнали мы. Кофеечек тостадом. Я муж мой уже поел. И я пока сняла для ТикТока, говорю, а я не сняла для Ютуба. Говорит, ай-яй-яй, первый раз спокойно поел. Да? Ни разу, короче, его не сдала. Вот такой вот, так выглядит типичный завтрак испанцев. Только верхушку меняю, там у кого хамон, у кого тунец, у кого сыр, в общем. Эти цикады орут вообще. Мы возле своего парка сидим и пьем кофеек. За вашу здоровечку. Pero que viste, ¿verdad? Da igual que sea así, que sea allí.
Все, мы поели, довольные, счастливые. Теперь можно идти и покорять мир. Сейчас заедем еще в Меркадону. И вуаля, и мы свободны. Ну, кто-то свободен, а кто-то будет готовить дальше обед. Похудальческая машинка. Это ездишь на машине Гербалайф и стройнеешь. Наш красивенький парк. Но я сейчас сюда не хожу, потому что очень-очень жарко. И дело в том, что если с утра, то еще, так знаете, нет ни влаги, ничего. Ой, слышите, как орут эти сумасшедшие? Вот. А вечером очень сильная влажность. Никуда не хочется ходить. Все, мои хорошие. Погнала я. Что ты там унюхал, интересно? Что там? Что такое? Божечки, миридный. Аж... Что там? О, слышь? Алло, мужчина. Мужчина. Что там ты такое унюхал? Мясо? Ну, доставай. Доставай. Да, мяско. Мяско. Скажи, кожаная, ты что купила? Да? Скажи, кожаный, ты что купили? Мяско. Мяско. Да. Ну и сука, у него столько психов. Он прям... Что это у вас за упаковки такие нехорошие? Кошара, иди, братухе, помоги. Что это, мяско? Папа сказал, что тебе нельзя давать. Что такое? Что за проблема? Это там говядина лежит. Он унюхал и все. Ну давай. Давай, давай. Давай, мама поможет. Там еще пакет, да? Зубами, а потом лапами наступает, и оно опять складывается. Он психуй. Психуй. Да. Да. Он уже хозяин справился, смотрите. Он уже эти... Вон, вот смотри. Выкуп. Выкуп. Вот это он что-то берет. И ходит, ищет что-то. Мы сразу их хватаем, я вам рассказывала, да, уже. Ну да, ему только совсем маленький кусочек выкупа. Крылья срезала. Ой. Фух. Мы уже дома наконец-то. Сыночек, а ты завтракал? Нет, конечно. Ой. Сейчас, Барнюш, мама ручки помоет, я переоденусь, и я тебя покормлю, хорошо? Я тебе обязательно дам мяско, ты заслужил. Ты молодец. Попроси сидеть, попроси.
Попроси. Попроси. А дай лапку. Дай лапку. Дай лапку. Не, дай лапку. Вот. А другую. Дай другую лапку. Дай лапку. Лапку дай. Дай лапку. Давай лапку. Ну ладно, сейчас. Сидеть. Попроси. Дай лапку. Молодец, на. Попроси. Лапку. Лапку. Молодец. Все, ты заслужил. Вот еще один услышал тоже мясо. И все. Ты молодец. Ты настоящий хозяин. Ой, все, друзья, раздеваюсь и занимаюсь делами. А вам всем хорошего дня.